Россия расширила свои границы на Дальнем Востоке. На сайте правительства опубликовано постановление, которое увеличивает площадь континентального шельфа в Охотском море на 50 тысяч квадратных километров. В прошлом году с этим согласилась комиссия ООН. Над заявкой о расширении границ российские специалисты работали много лет. О том, что теперь это дает стране, Татьяна Проскурякова. Почувствовать себя как дома, наконец, могут российские суда в Охотском море. Рыбакам больше не нужно огибать огромную территорию в центре, которая раньше считалась нейтральными водами. Права России на шельф площадью 52 тысячи квадратных километров подтвердила комиссия ООН в марте прошлого года. С этого момента началось оформление документов всеми профильными ведомствами. Сейчас вся часть Охотского моря является континентальным шельфом Российской Федерации. А как было? Раньше вот здесь, в самом центре, находился вытянутый кусочек так называемых международных вод. Анклав, который являлся, ну, по сути, общим достоянием человечества. Совсем скоро новые навигационные морские карты торжественно передадут на хранение генеральному секретарю ООН. На присоединенных территориях теперь действует российское законодательство об охране континентального шельфа, окружающей среды и рыбной ловли. По самым скромным подсчетам, в недрах Охотского моря около миллиарда тонн нефти, свыше 5 триллионов тонн природного газа. Рядом с Сахалином Россия уже ведет успешную добычу. Теперь можно разрабатывать месторождения на новых территориях, ранее недоступных нефтяникам. Наша страна получила полные исключительные права на полезные ископаемые и биоресурсы морского дна. Есть законодательство России о континентальном шельфе, которое устанавливает требования к тому, как должны действовать суда, проходящие через эту зону, какие у них должны быть те или иные орудия лова, как они должны только с согласования с Россией осуществлять любую деятельность, касающуюся работы на морском дне. Охотское море – самое богатое на планете. Только промысловых видов здесь больше 30. В 90-е по флагам рыболовецких траулеров в этой акватории можно было изучать мировую географию. Малочка. Часть квот на добычу биоресурсов отдавали иностранцам. Заплывали сюда нередко и браконьеры. Сегодня морская охота на крабов и моллюсков полностью под контролем россиян. Прежде же ведь как было? Этот небольшой участок, который не входил в нашу исключительную экономическую зону, звали Бублик. И там были определенные пограничные процедуры, и международные процедуры. Все это, так сказать, было связано с очень большими сложностями. Теперь все Охотское море, вот эта вся рыбная корзина является российским внутренним морем. Мы являемся там полноправными хозяевами. Суверенное право на всю акваторию уникального Охотского моря создает для нашей страны и дополнительные обязательства. Охранять редкие виды рыбы, морских животных теперь будут только российские экологи и пограничники. Татьяна Проскурякова, Анастасия Пилипенко, Марина Денисова, Евгений Кириленко, «Вести».